В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька, а еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот — три кота. Два кота и одна кошечка. Мяу. Музыкальная открытка. Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот решали, что подарить папе на день рождения. Ой, мама, давай подарим папе велосипед, чтобы папа не стоял на машине в пробке. Ну, Карамелька, до папиной работы так далеко, он будет очень уставать. Тогда подарим папе вертолет. Понимаешь, Компот, на вертолете тоже нелегко летать над городом. Ну, Коржик, ракеты летают только в космосе, а наш папа не космонавт. Что же мы тогда подарим папе? Можно подарить папе музыкальную открытку. Музыкальную? Музыкальную. Когда ее открываешь, она играет красивую музыку. Здорово! Миу-миу-миу-миу! В магазине был целый отдел музыкальных открыток. Какую же выбрать? Какая красивая мелодия! Папе она очень понравится. Мелодия и правда была очень красивая. Давайте еще раз послушаем. Теперь я. А теперь я. Так они слушали, и слушали, и слушали открытку то Коржик, то Компот, то Карамелька до самого вечера. И вдруг... Ой, что с ней? Может, она захотела спать? Эй, спать еще рано! А может, она мелодию забыла? Давайте ей напомним. Да она просто обленилась! Хочешь нам весь праздник испортить? Ну-ка, играй как надо! Ну вот, теперь она вообще обиделась. Мама, мама! Мама! Открытка не хочет играть! Все ясно. У нее просто села батарейка. Видимо, кто-то очень часто ее слушал. Это все из-за тебя! Нет, это из-за тебя! Это ты ее все время слушал! Нет, ты! Ай! Что же мы теперь подарим папе? И тут как раз с работы вернулся папа. Папа работает на кондитерской фабрике и всегда приносит что-нибудь вкусненькое. Я знаю, что надо делать! Всем давно известно, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Спасибо! Она такая красивая! О, она еще и музыкальная! Это лучшая музыкальная открытка и лучший подарок на свете! Жаль, что эта открытка сама не может играть. Теперь может играть. Оказывается, пока котята играли, мама записала звук на телефон. Здорово! Миу-миу-миу-миу! И день рождения папы получился очень веселым и вкусным.